Три первых места и награды практически во всех номинациях взяла телерадиокомпания «Губерния» на областном журналистском конкурсе на призы губернатора. Лучшим репортером признана Ольга Павловская за серию информационных и аналитических сюжетов для новостей «Губернии» программы «Точки над и». В номинации «Культура», «Укрепление духовных ценностей и поддержка семьи, материнство и детство» диплом первой степени получила Татьяна Потоцкая за документальный фильм «Евгений Никонов. История одного подвига». Анна Архипова взяла главный приз специальной номинации, учрежденной в этом году к 70-летию победы в Великой Отечественной войне за телепроект «Расскажи о своем герое». Больше чем 3,5 года вместе работаем. И я думаю, ту информацию, которую вы имеете, владеете, анализируете, смотрите, что происходит, вы сами, каждый, уже можете сделать выводы, соответствующие и по деятельности власти, губернатора, разных уровней власти, вот по самым различным направлениям. Коллектив «Губернии» уникален. Нет ни одной телерадиокомпании в Самарской области, коллектив которой был бы настолько сплочен, настолько дружен и нацелен на выполнение задач, которые стоят перед нами. Мы, конечно, стараемся работать как можно больше, как можно лучше. И самое важное, что мы работаем так, как нужно работать. Коллектив состоит из людей, которые влюблены в свою профессию, относятся к ней совершенно серьезно и говорят о том, что это самая лучшая профессия – журналист.